Придется его уничтожить, чтобы избавиться от них. Чтобы избавиться от них. У тебя сегодня плохой день. Сука, ну и... Беженец севера. Что тебе нужно? Я только что спас тебя, если ты не заметил. Да, да, потому что хотел награду получить. Знаю я вашу породу.
Само собой. Плату я с тебя еще возьму. А сперва дай-ка поглядеть на твои товары. Хм. Ну, погляди. Только не трогай ничего. Да заплати за все сразу в твердой валюте. Тебе ясно? Чем тебе так нордлинги не угодили? Кроме того, что они воры, лжецы и бездельники? Да ничем. Ну-ка, покажи свои товары. Мне пора. До встречи. С первого числа по первое число. Я ничего на старость не вижу. Но! Наши деяния отдаются вечности. Я отомщу в этой жизни.
щечку! Сука, какой он быстрый! Чародей какой-то! Нет! Это он! Убийца! Убил Лота Булейка! Жизнью обязан. Если чего понадобится, ищи меня в корчме Куралиск. Хватит болтать. К бою. Ведьмак, сука! Это ведьмак!
Ну что слышно, кум? Ничего нету, мать твою, опять переплатил. Здравствуй. До меня дошли слухи о вашей великой отваге. А потому прошу, примите эту награду, милостивый государь. Ладно, увидимся. Удачи тебе, рыцарь. Урожай в этом сезоне. Надо поверить не могу, что все кончилось. Удачи в дороге. Рада тебя видеть, ведьмак. А, ведьмак. Дело. Мак, позволь на минутку. У нас для тебя кое-что есть. Всего на минутку, обещаю. А, ведьмак, приветствую. Хорошо, что заглянул. У нас с Матильдой есть сюрприз. Я вижу, вы неплохо друг с другом поладили. Определенно. Когда оказалось, что ссориться нам на самом деле не из-за чего, все вышло даже довольно мило. И пикантно. И очень романтично. Можете больше ничего не говорить. Я рад, что у вас все хорошо. Какой еще сюрприз? У вас завелся еще один монстр? Нет, кое-что значительно более приятное. Мы создали вино, которое, по мнению лучших сомелье, может свергнуть с трона Эст-Эст. Своим успехом мы обязаны тебе. И если ты не против... Мы хотели бы дать вину твое имя. Как нам его назвать? Пусть будет Геральт из Ривии. Геральт де Ривия. Идеально. Если ты согласишься, мы будем регулярно присылать тебе пару бутылочек. Это честь для меня. Спасибо. Нет, это тебе спасибо. Удачи, ведьмак. За морем небу. Какой должен быть флаг княжества? Бело-красно-розовый! И такая же сложная жизнь.
К услугам вашей милости. Чем могу служить? Спасибо. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи. Спасибо, что позволили мне остаться. Не припомню, когда еще была так счастлива. Никогда б не подумал, что ты после всего захочешь заняться кухней. Боитесь, что в вашем доме я буду готовить вихтову похлебку? Надеюсь, в человеческом обличье у тебя вкус получше. Можете быть уверены. Я с детства любила готовить. Но ты же была госпожой целого. До встречи. Берегите себя, ведьма.
этим покалечила. Я себе все руки ножницами покалечила. Чуете? Вот он. Они помирились, это одно.